Всем привет! Вы на канале World of Money, мир банкнот. С вами Артур. И сегодня у меня очередное пополнение. Участвовал в торгах и выиграл две интересные банкноты. Давайте же посмотрим, какие это банкноты. Конверт я уже вскрыл. Вот так упакованы банкноты. Здесь две банкноты. Сейчас надену перчатки и поближе посмотрим на них. Итак, первая банкнота. Молдова. 5000 купонов. 1993 год. Молдавский купон был введен 10 июня 1992 года как временная денежная единица с 1992 по 1993 год. Купоны использовались в налично-денежном обороте параллельно с рублем СССР в соотношении 1 к 1. 23 ноября 1993 года был введен молдавский лей и начался обмен купонов на молдавский лей по курсу 1000 к 1, продолжавшийся до 2 декабря 1993 года. Купоны выпускались номиналом 50, 200, 1000 и 5000. Монеты не выпускались. Размер банкноты 143 на 58 мм. Дата выпуска 8 сентября 1993 год. Дата изъятия 2 декабря 1993 года. Номер по каталогу Пика Краузе 4. Разновидностей нет. Лицевая сторона. Изображен герб Молдовы на фоне большого гелиоширного элемента. Эмблема и название Центрального банка. Номинал, год выпуска и предупреждение о подделке, а также серийный номер из двух частей. Оборотная сторона. Вид на Сорокскую крепость. Сорокская крепость, молдавская крепость 15 века в городе Сороки. Также изображен номинал и эмблема Национального банка Молдовы. Водяной знак в виде геометрического орнамента из ромбов и ломаных линий по всему полю банкноты. Вторая банкнота. Китай. 10 юаней 1936 года. Банкнота Центрального банка Китая. Банка с самой продолжительной непрерывной работой среди всех китайских банков. Банк был официально создан в феврале 1912 года с одобрения доктора Сун Ятсена, китайского революционера, одного из основателей Китайской республики, также ее первый президент, получивший посмертно титул отца нации. Банкнота выпуска 1936 года, так называемого выпуска типографии Waterloo, отпечатана типографией Waterloo & Sons Limited, Лондон, Англия. В этом выпуске было 6 номиналов – 1, 5, 10, 50, 100 и 500 юаней. Как видим, все банкноты выполнены в одном дизайне. Итак, 10 юаней, 1936 год, размер 82 на 165 мм, номер по каталогу Пика Краузе 218Б, вариант подписи номер 6, вторая разновидность из 6, лицевая сторона, портрет Сун Ятсена. В центре крупное обозначение номинала на китайском, наименование банка-эмитента, серийный номер слева и справа, и в нижней части две красные банковские печати. Оборотная сторона. Дачэндянь. Дворец Великого Свершения. Храм Конфуция в Цюйфу. Старейший и крупнейший из посвященных Конфуцию храмов. Расположен в родном городе философа Цюйфу, китайской провинции Шаньдун. Основан в 478 году до нашей эры. Имеется водяной знак Сун Ятсен в профиль. Из защитных элементов стоит отметить цветные нефлюоресцентные волокна в центре лицевой стороны банкноты.
Такое у меня было сегодня пополнение, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Всем желаю здоровья, добра, успехов и хороших пополнений в коллекцию.